Влюбленные задыхаются в двух случаях, когда любят и когда их разлюбили. Ауф. После Лизы будет Ксюша. Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит. И т.д. и т.п. Честно говоря, мне не нужен тот, кто видит во мне только хорошее. Мне нужен тот, кто видит во мне и плохое, но при этом все еще хочет быть со мной. Самое сложное – это так долго ждать и в самом конце узнать, что напрасно. Это не у меня нет девушки. Это ни у одной девушки нет меня. Блядь, Джейсон Стэтхэм хуярят в чат, что ли? Побеждали лучшие и сильные, и эти лучшие были ужасны. Роковые яйца. Булгаков? Не-не, это этот, Пушкин. Женщина – это создание, которое нужно любить. Не умеешь любить – сиди и дружи. Кому-то не хватает одной женщины, и он переключается на пятую, десятую, а другому не хватает жизни, чтобы любить одну единственную. Ауф. Проблема некоторых женщин заключается в том, что они сначала сильно возбуждаются из-за ничего, а потом за это ничего выходят замуж. Пизду эту любовь. Брат уйдет от брата только, если звонок на урок. Не думай, что делать. Думай, как и когда не думать о том, чтобы не делать. Ад – это когда ты больше не можешь видеть тех, кого любишь. Каждый думает, что не знает, что… Но не каждый не знает, что знает, кто не я. Пена, что за хуйня, скажи? Что ты за хуйню читаешь? Чтобы добиться успеха, женщина должна думать как королева. Королева не боится провала и не боится жертвовать чужими жизнями. Зачем ты делаешь больно тем, кто тебя любит? Они ведь беззащитны из-за любви к тебе. Сложно всего смотреть губы, которые ты не можешь поцеловать, но еще сложнее не спускать на губы, если это твоя бабушка. Блять, ты чё перепутал, сука? Я думал, там что-то нормальное. Если жена делает тебя счастливой, то какая разница, чья это жена? Прикольно писать девчонке, что ты маленький, лысый и толстый, но у тебя есть БНВ, и слышать от нее, что главное не внешность, а душа. Вдруг так тихо сделалось в моем мире без тебя. Чё ты быкуешь, родной? Если пёрнул в машине, надо открыть окно. Мне очень жаль, что люди, с которыми я через многое прошел, остаются постепенно в прошлом. Всегда кажется, что нас любят за то, что мы хороши. А не догадываемся, что любят нас от того, что хороши те, кто нас любит. Если люди разводятся, то нельзя винить кого-то одного. Виноваты оба, и жена, и теща.
Бля, как же сильно. Ты жизненно просто жас. Согласись. 100%. Эта жена терпит, мне что терпеть, я свободная. Пошла душа в рай, пусть я буду не последним, но останусь первый, понятно?